Красное село прочно удерживает одну из лидирующих позиций по доступности жилья. И этому есть объективные причины. Во-первых, добраться сюда из Петербурга непросто. Единственная автомагистраль, связывающая Красное село с городом, проспект Ленина, сильно перегружена. Путь до метро на маршрутке занимает около получаса. Это если нет пробок. По данным Центра исследований и аналитики группы компаний «Бюллетень недвижимости», жилой фонд Красного села состоит в основном из кирпичных домов. В историческом центре района есть квартал двух-трехэтажных зданий послевоенной постройки в стиле сталинского неоклассицизма. Красивые, но в большинстве сильно обветшалые домики на рынок жилья влияют не сильно. Здесь экспонируется всего несколько квартир. Из самых дешевых объектов более поздней застройки можно выделить довольно заметный объем предложения в панельных кораблях постройки 70-80-х годов прошлого века. Цены на однушки здесь начинаются от 2 миллионов 800 тысяч рублей. Более современные дома расположены в двух жилых кварталах Красного села. Номер 7 и новом жилом квартале в границах улиц Освобождения и Спирина. Здесь панельные многоэтажки активно возводились с 2010 года. И на сегодня многие квартиры выставлены на продажу. Цены на жилье в этих домах выше, чем в старой панели. Однокомнатные квартиры предлагаются от 3 миллионов 200 тысяч рублей. Новое строительство в Красном селе ведется, однако особенно активным его не назовешь. Индивидуальных жилых домов, коттеджей и дач в Красном селе множество. Они со всех сторон окружают район, вклиниваются в него целыми улицами. Характерные примеры – улица Боровая или Гвардейская, гуляя по которым затрудняешься сказать, в городе ты сейчас или за городом. На продажу такие домики выставляются часто. Сегодня здесь можно найти десятки вариантов предложений. Цены начинаются от 4 миллионов рублей за дом. На сегодняшний день на территории муниципального образования проживает чуть более 50 тысяч человек, из которых почти 11 тысяч – это дети и несовершеннолетние. Нагрузка на школы и дошкольные учреждения с каждым годом возрастает. И это, пожалуй, вторая после транспортных проблем болевая точка муниципального образования. Гулять в Красном селе можно везде. Более того, гулять очень приятно, особенно летом. Район по праву считается одним из самых зеленых и экологически благополучных. Самые обширные зеленые зоны Красного села примыкают прямо к проспекту Ленина, Нижний и Дворцовый парки. Последний спускается к сети озер, в которых санитарные службы города официально разрешили купаться. А вот с развлечениями дела обстоят не очень хорошо. В Красном селе нет даже ни одного кинотеатра. Единственный кинотеатр снесли несколько лет назад, а на его месте открыли новый торговый центр. А вот магазинов предостаточно. Здесь представлены и крупные сети, и целый ряд магазинов стрит-ритейла. Андрей Грязнов, Наталья Бабенко, Андрей Любик и Даниил Боротынский. БНТВ.